благодаря этим ребятам мы делаем крутые видео, которые смотрят весь мир. Спасибо им. И привет нацикам будет от них. По нормативам, сколько выстрелов в минуту тюльпан делает? Один выстрел в минуту. Это занимает и подготовка мин, и сам цикл. Сколько весит снаряд? 130 килограмм. Какая дальность полета вообще? 9,5 максимальная дальность. Километров, да? Да. Разлет осколков на 400 метров. Данную установку предназначена для ведения боевых действий разрушений, где окопан противник в блиндажах, как бы он там ни был закопан, бетоном залитый, все это достается. Стреляет данная установка на дальние расстояния, где был засечен противник, где были у него укрепрайоны оборудованы, все это разбираемо. Дирекционный 2568. Мы сейчас получили координаты огневых точек позиции украинских националистических батальонов. Минометные казачьи подразделения будут подавлять огневые точки противника. Поехали! Денацификацию, демилитаризацию доведем до конца. Работаем, братья. Слава Богу, что мы казаки. Война против русского народа, развязанная националистами, с которыми боролись наши деды. Вот. И они получат по своим заслугам. Нацизму нет места на этом свете. Вот, и мы поэтому будем защищать наши семьи, детей, родных и близких. И они получат это все по заслугам. Они выбрали не тот путь. Вот. Ну, если они его избрали, пусть они по нему идут. И они там же на нем и остановятся. Это будет последнее, то, что они решили сделать в этой жизни своей. Вернитесь лучше домой, перестаньте попадать, как сказать, под влияние Запада.